Всем привет, с вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила одна королева из линейки кукол Барби. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Беливикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик как можно скорее. Ну а мы начинаем рассматривать эту куколку. Королева сердец – это фантазийная кукла из раритетной на сегодняшний день серии Queen of Hearts легендарного дизайнера Боба Мэки, который уже более 25 лет разрабатывает костюмы для Бродвея и телевидения. Производитель данного кукольного шедевра, конечно же, компания Mattel. Тяжело поверить, но выпуск данной куклы был произведен, внимание, в 1994 году. Данная барбейка занимает 7-е место в коллекции Боба Мэки. Она предназначена для взрослых коллекционеров, увлекающихся профессиональной модой и авторскими куклами. В нашем случае дизайнер сделал акцент абсолютно на красном цвете. Королева сердец демонстрирует аутфит, собранный из длинного расширенного к низу гламурного платья, бархатной накидки и головного убора с красными перьями. Итак, рассмотрим ее платье. У королевы сердец платье полностью украшено блестящими красными пайетками, а также бисером и блестками. На плечах прикреплена бархатная королевская накидка. Это плащ с нашитым бисером и пайетками. Вдоль всего края накидки вышиты красные сердечки. Ножки куколки украшены красными туфельками. Королевская голова важной особы комфортно расположена в высоком воротнике стойки, выполненной в форме сердца. Королева сердец – жгучая брюнетка. Ее волосы подобраны в высокую прическу, которая закреплена спереди брошью с пышными перьями в форме сердца. Ушки украшены серьгами в форме сказочных кристаллов сердец. На пальце рук имеется серебряный перстень. У Барби мягкий мейк. Глаза бежевого цвета, брови окрашены черным тоном, а губы ярко-красные. Под губами с левой стороны прорисована черная мушка. Красота и мастерство, детали и фантазия, общий неповторимый внешний вид этой куклы действительно потрясающий. Все это заставляет королеву сердец выглядеть чрезвычайно гламурно и сногсшибательно. Куколка поставляется в картонной коробке красного цвета с иллюстрацией червонной карты. Внутри упаковочного набора находится подставка. В коробке также содержится эскиз дизайнера куклы с подписью ее творца Боба Мэки. Смело картину эскиз можно разместить в рамку и на стенку. Вот и антиквариат готов! Также в набор кукле прилагается мини-буклетик, который выполнен в форме карт. Кукла «Королева сердец» из серии Queen of Hearts 1994 года может занять достойное место в коллекции взрослого коллекционера. Красота – великая сила! Красота спасет мир! Сказала я это, когда кукла стояла задом к вам. Упс. А вам нравится эта куколка? Напишите мне в комментарии, мне будет очень интересно почитать ваше мнение о ней. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, а также ставьте лайк под этим видео, если вам понравился мой обзор, ну и находите меня в ВКонтакте и Инстаграме. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Беливикс, или же ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки ждут вас в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!